Танцы с бубнами. Это ты про какой процессор говоришь? Я про все AMD говорю. А так я же говорю, я не собираюсь разгонять вообще. Крафта потянет, ну у тебя 60 FPS, ты спокойно. Кого? Варкрафта, говорю, спокойно потянет. Блять, Варкрафт телефон уже потянет. Да. А ты как думаешь? Раска. Я рофлю с тебя, ты не понимаешь? Я тебе говорю, что тебе потянет. Ты говоришь, я не буду разгонять, я себе... Старый компьютер, а то он 3000, по-моему, Варкрафт потянет. Что нибудь такого. Крайзис потянет, ну третий у тебя, пиши. Это тыкать-то с умом будем? А вы в инсте, что ли, же с умом? Нет, ну, конечно. FPS, он, типа, блядь, может и GTA 5 он будет давать там, блядь, ну, не на максимальных, наверное, не на ультах, но... Я играю, короче, GTA на ультрах, но при этом, при всем GTA не такая уж требовательная игра, никакого года. А ты понимаешь, что это не в том, игры, суть, которая оптимизированная игра. Не-не-не, оптимизация решает в этом плане. Нихуя она ничего не решает. Ну, зайди в какую-нибудь фришку, герои, генералы, блядь. Там любой комп охуеет, блядь. Я Ведьмака третьего запускал на компе 10-го года на минималках. И он идет, ну, лагает вот иногда. Ну, блядь, он идет, ты понимаешь? На компе 10-го. Блядь, потому что он оптимизирован охуенно. А что ты говоришь? Прям серьезно? Братка, прям с тобой не поспоришь, нахуй. А есть просто инди-игры, которые грузят, блядь, проц, хотя там, блядь, пиксельная, блядь, игра. Просто, ну, просто в стиме иногда бывают инди-игры, которые еще и майнят на твои видео. Не, блядь. Я вообще тебе говорю не про которые майнят, а вообще. Так, кто это, блядь, впереди меня побежал? Я здесь в топ-танке. А ты тут? Нужно больше. Блядь, а где трэш? Ты можешь почистить? Блядь, вот спека их ДД всех, вот этих, блядь, 250 плюс че. Места-то ведь есть еще, да? Нет, нет, ребята. Раньше начал собирать. Кто тут, все свои, что ли? Твинков нет? В смысле, пугов нет? Пуги есть. Что поменять? Не достаю. Слишком далеко. Нужно подойти поближе. Бу сожрал. Так, давай возьму коник. Че, пуляем или че воет? Да подожди ты, какой пуляем? Я сумонил рейд. Он в два окна еще не добежал даже. Я сумонил рейд, и тут еще коника пришел. Со своим хони паун. Не, у него он хальпаун вроде ходил первый. Броска. Блять, хочешь, чтоб я тебе да говорил или че? Говори да ему. Короче, смотри, Вараска, у меня сегодня целый день хуй стоит, что делать? Думаю, ты, блядь, большой мальчик, сам разберешься, нахуй. Нет, я вот не разбираюсь, у тебя совет, я хочу спросить, что делать? А он-то откуда знает?
Откуда он может знать это? Меня больше всего интересует, почему ты у меня решил спросить. Просто дохуя всех больше знаешь. Я вот у тебя и решил спросить. Что делает-то, блядь? Вот стоит и все, блядь. Пан, ты тут еще? Кем пойдешь, паладином? Мелик нужен или РГД? Без разницы. Давай Рогу пойду, если можешь. Давай, давай. Раз, ты что там, гуглишь что ли или что? Я тебя жду, когда там ответишь. Обоё. Ты идешь там, скажешь. Все уже тут сейчас можем смотреть уже. Пиво, этот друид нормально танчит этот ряд? Я не знаю, кто это. Альт F4 нормально он танчит? О, блядь, не в 10, ну заебись, хули. Да я думал, тут все останется нахуй. Не пасть, ни пиво, ни круто, мать. Сейчас, суманем. Так, тебе на сумон по локу, он квест берет и пороги сейчас. Что там, каску? Медведи там трэш пособирают. Так, паладинов считай. Вадим, Враска и Вага. Между собой распределите бафы. Не бейте мне мозг. Я думаю, это не трудно. Три бафа, три паладина. Вообще все легко. За трех баф, я 6 паладин. Еще раз ты. Сейчас Рога плюс умонит. Рога, если что. Ага. Все, принимай сумму. Чекнул. Пиво там на боссе, кружок на этих. Нет. Че, пуля? Все, пуляй. Thank you.
конечно, все понимаю, зачем этот медведь там. Я не чаю. Это больной вид. Больной человек, не обращай внимания. Ба-б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 а
Полицейская академия вообще кайфовая тема. А ты что, раньше никогда не видел? Нет. Хуя ты, а, две минуты, пока там. Ага. Так она может... Как она может сейчас зайти? Она в детстве только заходила. Просто как она может зайти? Ты что, не знал, что я ребенок еще? Хожу в детский сад. Называется Двери. Кольцо там никому не надо. Я бы забрал бы его. Для ОКХ приоритет будет. Если ваги надо будет, я бы ему отдал. Пончик, ты куда рулишь, блядь? Лакиллер. Он робот. Я бы тебе его отдал. Так они же оба ОКХ ходят, это ж вечерний, блядь. Ну, ДКшник Редвар еще не ходит пока. Лучше в приоритете Блэккиллеру. Он робота танчит. А ты просто попробуй ваги кинуть, если у него, блядь, есть, у него он ж не возьмет. И здесь есть порт? Там типа с рулетки кристаллы падают. Можно не покупать обычные даже. Обычные, они за голду там продаются? Да, но за обычные ты только в городе можешь себе купить. Типа с рулетки 80 штук, я вообще не парюсь. Лог зайдет, нет? Как там грузится после сломана? Меняйте меня, потому что у меня с клиентом проблемы. Да давай заходи, нет, придумал. Не, у меня понял этот, загрузчик удалился, короче, и все, его как вирус понял, типа нашел компьютер. И обнову теперь опять надо качать. Ну качай пока. Да, к камню идем, смотрим. Может, у кого-то, если лог, персонаж есть.
надо сломануть в это, к серебряному турниру, там, по сути. Все, никого больше не надо суманить. Погнали. А что, пиво где? В Аниксии. Он в логове Аниксии, я только что ему сум кинул. Maybe, да? Пару боссов не помню. Что тебе угодно? Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер Грозовой Гряды был призван Гормак, пронзающий Бивень. Бой, герои! Мне нужна цель. Сейчас первого босса убьем. Отведи от зеленой хуйни. На чем? Милики. Я хуёво слышу. На милики говорю, сидишь. Да, да. Я же на ДК.
слишком далеко. Вот, возьми этого Элдрила. Сейчас вместо лука возьму. Кто-то сходите, суммоните его в этом. Снаружи. Да, да, уже ушли. Скажите, как суммонять. Пиво тоже можете суммонять. Блядь, ну что-то раньше не мог сказать. А что я убил-то? Где? Засумонили его, он там около камня. Он тут стоит уже. Книжник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Я там тебя кого-то потянула. Скучно. Всевластным Непопамсом, мастером призыва, ты покорен мне, демон. Кого твинки есть, там потом еще Грулмагик соберу. Да погубит твоя самоуверенность. Перед вами Джараксус, Серетанский повелитель Пылающего Легиона. Thank you.
служить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Так. Значит, треугольник мой. Шакал этого самого пива. Кто там еще? Ретрик ебучий есть. Ромбик будет медведя. Медведь, ты в диседря, да? Славян, ты в диседря нахилай, там все на тебе будут. Не на меня, а на хила кинь. Значит, этот самый Йотун, Танчиш, Черепок, это Ред. Локов у нас нету. Луна, имейте в виду, Редру там ферять, давайте какой-то контроль. Так. Першама тоже крестик. Филяйте, сало, станы давайте. Первым будем сливать Лока, звезду. А чё по меткам ты говорил? Первую звезду бьем, вторую кружок. Нормально, у меня заэвейдился и пропал. Понимаешь? Хорош, блядь. Да, такое бывает. Ты же видел такое. Ты заебал этого моба, он уже, блядь, съебался в текстуры обратно. Ага, держи этого пидора, там станы, косты позбивал. Так и пройдет.
После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Сейчас, блядь. Во имя короля Лича. Ладно, просто в сторонке постою. Вы умрете. А какую надо бить-то, блядь, под черные? Погибель света, да? Да. Ты чё, Войт, такие вопросы надо в ПМ обсуждать. Простите. Люди просто... Произошел пранк. Да, и Рова не знает, что делать, да? Кого бить? Да поглотит вас свет! Сейчас Войт надо цвет сменить. На какой? Белый рядом. И бить темные. Короче, противоположные цвета. Уебать, выбор упал. Мы примем любой вызов. За 5 тысяч тоже падал. Уцень, сука, я спиздил его. За 5 тысяч правда. Давай я у тебя его заберу, знаешь? За место хребта я надену. Да тут предлагают байеры. Пока ты выбор за пятерку хочешь, брат? Угу. Хорошо, чат, по-моему. Король Лич понес тяжелую потерю. А за сколько его? Мы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны. За 5999. Прочие остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я тебе Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Пиздец. А где отчет? Раз, два, три, четыре, пять. Да это до пола надо было делать. Я не понял.
Вон, поставь на лед его. А там есть лед. Уже пора везти, наверное, сюда. Вот дела. Ох, нихуя себе, чётенько. Это будет. Я, короче, поехал, там фанат у меня пройдет. Слышишь? Да, пиво уходишь, да? А, да, там монах во второе окно зайдет в моим аккаунтом. Да, хорошо. Слишком далеко. Это сколько не было, что-то ник знакомый. Это уйдет. Чей еще раз? Йотуновский. Открой свою. Такой Йотун? Да ты угораешь, блядь.